По поводу Арты, да, я не знаю. Конечно, если бы Арты в боях не было, мне бы намного проще играть было, но это часть игры. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Арта, конечно, иногда напрягает сильно, но мне намного тяжелее играть против толпы ПТ, чем против там, толпы арты. Потому что арта намного чаще промахивается, чем ПТ, и вы это сами знаете. И может попасть там на 400, да, она может попасть там на 1400 или на 2000, там ваншот. Но, к сожалению, танки, на которых я катаюсь, очень просто пробить из ПТ, а там как бы стабильный урон, сами знаете какой. Поэтому я не знаю. Да, вот то, что 54-ка туда поджалась, это, конечно, печаль. Видно, по трагеру не попал. Ох, ничего себе, 1300 там. Если бы трагер залепил, но на самом деле снаряд хорошо летел, мог попасть. Красава. Ладно, бат, неужели не убьет? Обидно, не убил, он не сать четвертого.
Вот это был хороший выстрел, ребята. Интересно, а я вот по 263-му попал или нет? Да, я, кстати, попал, похоже. Вообще супер. Просто вообще офигеть. Что? Ребята, что такое происходит? Я вообще не понимаю, как так? И меня под... И снарядов нет. Офигеть. Офигеть, ну как вот я его сейчас не добил?
Да, вот. Как же так? На 200 хп, я не знаю, откуда тут разогнаться можно, чтобы 200 хп снять. 231. У тебя совсем кончились. Но я один раз промахнулся, один раз блайндом попал по 263-му. Я один раз промахнулся по ВТС-100 как раз, когда вот он здесь вот стоял. Вот буквально чуть-чуть ему не хватило, чтобы попасть в кепку. Не, я-то попытаюсь, конечно, когда он поедет на захват, затаранить его, но мне кажется, что... Ну вот опять же, ребят, ну видели, ну вот просто не повезло, ну вообще все правильно, а как бы выстрелил, окей, снаряд шел, ну, 700. Ссылка на статейку, как пофиксить лаги Твича, чуть ниже трансляции. Поеду таранить, вот она, что же делать. Нет. Как же так? А такой бы был бой эпичный получился, я прям даже не знаю. Можно было хайлайт даже сделать. Буду головой биться в стену.
Да, я сейчас посмотрю, сколько он выставил.